Добре утро. Я 939, який з'їв чуть пачок патронів та нашов магнум. Гав. 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 Челька. Слышь, серый. Серый, хочешь прикол? Давай. Убивать, убивать, убивать. Не понял. Твою мать! Че у вас там? Я выстрелил в скромника, мне написано, вы стали целью. А я за собаку играю. Собака, ты где? Да, иди на... Собака хочет убивать. Сейчас собаку будут убивать. Гав? По запаху слышу пи... Гав. Откройте, пожалуйста, я доклас, гав. Это бобёсик, вы чего? Это доклас. Меня кличка доклас, гав. Я не верю, пошел нахуй. Гав, да он охуел, гав. Окей, треки. Я сейчас обижу. А, я уже. Культура! Ауф! Ну мамочка. Не надо. Скромник, это скромник, потому что он боится людей не скромняных. Да, он скромник. Гав, патроны кончились, гав. Я не вижу тебя, но я слышу твою вонь, гав. Приелся лагающий с цепи сел или любимые сервера снова легли от DDoS-атаки? Не беда, у меня есть идеальный выход из ситуации. Крутейшая игра Хроники Хаоса, в которой я безнадежно залип вот уже на целую неделю. Огромное количество различных героев с полноценной прокачкой и уникальными навыками позволяют создать идеальный отряд вашей мечты, а полноценная сюжетная кампания на 130 миссий не даст скуке никаких шансов. В игре есть целых 6 режимов, которые позволяют окунуться в темные подземелья, сразиться с огромными боссами или призывать себе на помощь настоящих титанов. В Хрониках Хаоса невероятно огромное комьюнити, состоящее из более чем 100 миллионов игроков по всему миру. Вместе вы сможете сражаться бок о бок, создавать собственные гильдии или даже помериться силами в PvP-сражениях и войнах гильдий. Каждую неделю в игре происходят обновления, события и распродажи, что открывает доступ к новому контенту, фичам и наградам. А если вы досмотрели до конца, то соберите команду из 5 героев прямо сейчас, скачивай Хроники Хаоса по ссылке в описании или QR-коду и получи бонусом 30 тысяч золотых монет, 600 изумрудов и 5 крутейших героев. Увидимся в игре. У него револьвер. Гау, у меня еще 4 патрона в пасти, гау. Гау. Гау, 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 гау. Обойдешься. Не обошелся. Я деклас, гау. Я деклас, гау. Мяу, в смысле. Мяу. Погладь кота, мяу. Есть, да? Погладь хорошего мальчика, мяу. Мать твою, кто собаке привязал пистолеты? Ай! Гау? Жри его! Гау! Давай, гау! Бля. А! Гау, пистолет выпал из пасти! Серый! Подожди! Серый, иди сюда! Дурак! Как меня серым называют? Да блядь, ну скромник, ну серый же. Блядь, вставь обратно пистолет мне в ружь. Новый пол. Вот беда у нас, слушай. Ща, я пытаюсь себя добрать, а он постоянно с пасти вываливается. Бля, ладно, мне остается только ближний бой теперь. Самураем буду. Мяч прилетел. Гау, ой, гав. Гау. Дуэль прошла хуёво, гав. Ты был почти близок к победе, гау. Мне было бы интересно, если бы зомби умели стрелять. Было бы смешно. Ну да, Пато, а ты зачем эту идею стергу подкинул? Он же сделает очередной полфилд. Дайте закрю потрогай, пока мы в лифте никто не видит. Ладно. Как по извращенец. Гау. Не стоит беспокоиться, она приучена. Да, гау? Разве приучена, гау? Я адресированная, кажется, птица, гау. Я решил кусать наоборот. Гау. Гав, гав. Гау. А кстати, кто стрелял в нас? Я за псину с револьвером играю. Какого? Она подняла зубами револьвер, короче, что-то там тыкает зубами, оно иногда нажимает и шмаляет. А щепочку патронов съела. Пустите меня, гав. Я деклас, гав. Спасибо. А все потому, что нужно было уроки учить. Вот и сиди теперь математику пиши. Я где конфеты? Все меня покинули, брось. Ну тебя только на
всемогущего ангела-админа остается надеяться. Если ты будешь постоянно молиться, то может быть кто-то придет даже. Блять, меня уже в ВК не будут, да что ж такое? Да блять! Цель. Я нашел цель. Слышь, попух? Гав! Ау. Я сказал гав, нажал на пистолет, он типа выстрелил. Он в пасти у меня. Давай, выдаешь мне розовую конфету, тень без смога. Нет, я тебе сейчас, блядь, пулю в голову выдам, заебал. Да почему за мной твой, блядь, твоя мелочь бегает? Я сейчас его застрелю. Я сейчас его съем нахуй. Гав, даю тебе 3 секунды, гав, или пизда. Гав. Гав, патроны кончились, гав. Ладно, можно я немного щитерю и перепрыгну стекло? Прыгать вообще-то можно, но, по-моему, после этого нужно стоять 3 секунды или что-то такое, если я не ошибаюсь. Я правила не писал, это все Скифча всю эту хуйню придумал. Так что все псины на него спускайте. Гав. Походу повяжут, наверное. А, нет. Я тебя не боюсь. Мне не нужно. Понял, я боюсь, я не... Пиздец, не боюсь. Гау! Вуф, блять, уже, а не гау. Заебал убегать, гау. Псины кончаются боеприпасы, правда, а наш-то, блять, желудок не резиновый. Что на складе нашла, блять? То и теми стреляю. Уже семечки пошли. Яда-класс, откройте, гау. Яда-класс, откройте, гау. Что такое? Шумим. Иди, пожалуйста, ты не трогай нас. Гау, я человек, гау. Ауф. Я до класса, откройте, гав. Матам, скромник, не открываем, не открываем, пусть там... Нету тут никого, гав, только одинокий до класс, гав. Одинокий до класс страшно, гав. Бля, они мне не верят, пидорасы. Опасность ушла, гав, тут остался только мирный до класс, гав. Великий партий, оранжевый робо, гав. Откройте, гав. Еба, гав, нихуя себе, гав. Все вместе. Пиздец, гав. А чё ты их воскрешаешь? На них там, блядь, только ноги остались. Пёс, ты как выжил? Я не знаю. Жопу оторвало. 4 игрока, понимаешь? 4? Нихуя себе. О, гав, я тоже хочу. Гав, гав, гав. Стоп, 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 стоп. Вуф, авуф, авуф, авуф. Авуф. О, авуф. Там пиздец, авуф. Салам, родили. А что делать-то? Он недостоин моей пули, ауф. Я его съел, ауф. Застрелили. Добрый день, коллеги. Идемте вперед, плановый осмотр, как всегда. Я думаю, нас в очередной раз... У нас уже 939 стекал, нам по аудиторации ученый доложил. Только не меня! Ёб твою мать! Сине, карточку показал. Вот моя карта. Я показываю. Кто-то другой открыл. Сай! Ты что ж такое, блядь? Я конфетку съел розовую. Нахуя? Ребята, давайте, все встали по росту. Товарищ, как бы, где мой пояс? Пожалуйста, станьте правее за монолита. В смысле левее, ну вы поняли, типа, потому что вы выше него. Я получил информацию о том, что 049 немножко обезумел, и нужно совладать с ним, так сказать. Я думаю, будет очень хорошо, если мы возьмем боевое формирование каре, то есть станем пиковым строем квадрат плотный. Действуем скрытно. И очень, как бы, профессионально. Желательно. Так что в рацию не орать, если умираем, то по-тихому. Рацию анекдотами не засоряем, так что если только вас не кусает, то заткнулись нахуй. Так, слышу что-то. Сзади, жопа сзади. Слышит. Что? Сзади, сзади, зомби стреляет, стреляй! Пойдемте, пойдемте. В пятером мы справились с одним. Еще один стреляет! Стреляй! Заходим, заходим! Скорее, сюда, 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 сюда! А, блядь, не закрывается! Батя, 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 батя! Огонь! Батя, батя, что, батя, батя, блядь! Батя, 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 паника, нахуй! Батю грызнули! Нам нужна подмога у деда! 049 здесь! Это что такое? Что? Вот это.
А это компьютер. Не, ниже. Что? Это чьё-то лицо. Ну вот, ну вот, вот. Посмотри. Да. А. Мы идем или не? Очень страшное лицо. Да идем, идем. Пойдемте. Аномальное лицо найдено.